ты, чтобы я посмотрел и сказал. Смотреть, что именно? С какими вопросами здесь люди стоят, какие у них проблемы? Отставят свои права и свободы. Вот если есть интерес на эту тему, что-то рассказать, я с удовольствием сработаю. У нас работает российская СМИ, которую вы можете без проблем узнать все события, которые происходят на Донбассе. Я перевожу вас, сюда. Мы не с вами, мы против вас. Поэтому у меня на эту тему проблем нет. Если это, не надо ходить сюда, делегации. Да конечно, они хотят. Посмотрели тебе по телевизору, как с тобой разговаривать. О чем с тобой можно разговаривать? Ты свою страну, родину продал. Я вот сейчас на эту тему. Давайте сделаем так, чтобы не было никаких эксцессов, нюансов. Вы просто покиньте территорию. Пожалуйста. Я поэтому, да. Здесь я незваный гость. Да, хуже татары. Понимаете, подошел. Здесь люди являются патриотами. Да, да, да. И люди настроены на всякое. Совершенно. Я перезвоню, сказал. Я, естественно, да. Я подошел. Сейчас я поэтому подошел к тому месту, где можно спросить у людей, готовы ли они принять меня для разговора и спрашивать, есть разговор о чем. Мы его добавили. Я еще раз могу про то, что говорить. Так, ребят, Слушай, в России места мало, газон, а? Сейчас, лежать. Хорош. Хотят ли поговорить? О чем? Люди стоят, давай. О, я поэтому я здесь. Мне интересно.